Это программа «День с толком» в студии Елена Макаренко. Смотрите в этом выпуске. Снесли всю кухню до бетона. Известная кофейня «Ель», где произошло массовое отравление, возобновляет работу. Опередил Казахстан. Главным экспортером алтайской продукции стал Китай. Подвиги в иллюстрациях. В Крае издали книгу-комикс о земляках, которые принимали участие в СВО. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверок по факту нарушения прав несовершеннолетних в Алтайском крае. В программе «Мужское и женское» на федеральном канале вышел сюжет о том, что дети, проживающие в одной из семей Барнаула, находятся в потенциально опасном положении. Живут в квартире, где не проводится уборка, там бегают огромные тараканы, которые переползают и в другие квартиры. Надзор со стороны матери за детьми не осуществляется, в доме антисанитарный. Условия. А рассказали об этой ситуации соседи, которые уверены, что мать со своими обязанностями не справляется. При этом органы опеки никакие меры в отношении женщины не применяют. Следователи проводят проверки по неисполнению матерью родительских обязанностей. Проверку осуществляет и прокуратура края. Известная кофейня в центре Барнаула открылась после скандала с отравлением. Речь идет о кафе «Ель» на Ленинском проспекте. Напомним, в ноябре прошлого года 16 посетителей кофейни попали в инфекционную больницу с диагнозом сальмонеллез. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Помимо этого, Роспотребнадзор выявил и другие нарушения в кафе. Заведение сразу приостановило работу по решению суда на 90 дней. Руководство кофейни признало ошибку. Кроме того, ранее в СМИ появлялась информация о том, что кафе может вообще не открыться. Но накануне в соцсетях кофейни появилась новость об открытии. Дорогие гости, если честно, мы не знаем, с чего начать рассказывать. Но вчера у нас была проверка Роспотребнадзора в кофейне на Ленина. Так выглядела кофейня 2 месяца назад. Мы снесли все стены, всю кухню до бетона, все производственные помещения и бар полностью. Сегодня ровно 3 месяца, как мы были закрыты. И сегодня мы открываемся. Мы начали с самого начала. Мы переделали все. Мы прошли проверку без единого замечания. Добавим, что ограничительные меры не затронули 2 других заведения, которые работают под брендом кофейни – на улице Энтузиастов и на проспекте Строителей. Продолжим. По контейнеру куриных лапок и гребешков еженедельно отправляли из Алтайского края в Китай в прошлом году. По числу заключенных контрактов на вывоз алтайской продукции Поднебесная обошла даже Казахстан. Об этой тенденции, а также в целом об объемах производства и товарооборота в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности в 2023 году рассказал начальник Алтай-Пищепрома Александр Большаков во время пресс-конференции. 2023 для алтайского пищепрома выдался неплохим, но переломным. Продуктов в крае произвели на 10% больше, чем годом ранее. Драйверы роста – масложировая и мясоперерабатывающая отрасли. Повлиял и повышение потребительского способности наших покупателей, то есть больше мяса стали потреблять. Это и, наверное, конкуренция, которую... Все-таки, наконец-то, алтайские переработчики переломили, наверное, тот тренд, который был еще 3 года назад, когда шло сокращение объема производства, на полках магазинов было больше завозной мясной продукции. Сейчас все-таки процент он растет, и мы это видим, и видим по показателям нашей мясной продукции. Производить больше стали курятины, говядины и переработанной мясной продукции, тех же колбас. Выросли объемы по сыру. Край по-прежнему лидер по гречке. В целом радует размер инвестиций в отрасль – больше 6 миллиардов рублей. Да и объем отгруженных товаров собственного производства впечатляет – почти 2,5 миллиарда рублей. Но все же ключевой задачей для алтайских производителей остается выход на экспорт, подчеркивает Большаков. Так, в марте прошлого года наш регион столкнулся с рекордными остатками сыра и масла. Сегодня в России рынок перенасыщен продуктами, надо понимать. То есть сегодня не главное произвести, сегодня главное продать.
Большинство производителей сегодня новые рынки сбыта нашли и освоили. Главным партнером по экспорту, и это переломный момент, стал Китай. По числу заключенных контрактов он обошел даже многолетнего покупателя хлеба и других алтайских продуктов – Казахстан. Удалось даже заключить договоренности на отправку совсем неожиданных товаров. Так еженедельно в прошлом году в Поднебесную отправляли по контейнеру куриных лапок и гребешков – излюбленный деликатес азиатов. Которые не едят в России, едят хорошо в Китае. Поэтому этот продукт был востребован. Этот продукт, мы надеемся, будут они увеличивать, исходя из того объема производства курятины, который у них есть. Продуктов переизбыток, но цены кусаются. Но на их уровень, говорит Большаков, зачастую влияют не столько расходы на производство товаров, сколько совокупность других разных факторов. От разницы между ценой производителей и торговых сетей нередко страдают и первые. Так практически каждую весну остро стоит вопрос закупочных цен на молоко. Но в этом году, отметил начальник Алтайпищепрома, ситуация не должна быть критической. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайский край занял третье место в Сибири по росту цен на базовые товары. Об этом пишет банк «Факс», ссылаясь на данные Алтайкрайстата. По ним стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2023 года равняется 21 082 рублям 73 копейкам. А это почти на 7% больше, чем годом ранее. Таким образом, Алтайский край по росту цен на базовые товары среди регионов Сибири уступил лишь Тыве и Кемеровской области. Добавим, в базовый набор входят продукты, непродовольственные товары, среди которых лекарства, одежда, обувь, оплата жилищно-коммунальных услуг и прочие услуги, в том числе парикмахерские. Около 400 миллионов рублей в 2023 году получили представители малого и среднего бизнеса на обновление устаревшего оборудования. К примеру, Барнаульский завод котельного оборудования, завод пищевого машиностроения и Алтайский кабельный завод приобрели станки для лазерной резки металла и модернизировали свое производство. Сложно ли предпринимателям получить поддержку и какую сумму запланировали на эти цели в региональной программе на следующий год, узнавали наши корреспонденты. Давно хотели обновления, и у них получилось. На автоматизированном комплексе лазерной резки на одном из барнаульских заводов кипит работа. С приобретением данного оборудования мы уменьшили, скажем, время протекания процесса. Мы стали, увеличили производительность труда. То есть мы стали больше изготавливать. В основном, то есть на этом станке мы сейчас изготавливаем воздухоподогреватели. Если раньше мы данное оборудование сверлили на радиально-сверлильных станках, то сейчас мы режем это все на этом станке. Мы увеличиваем, в два раза мы увеличиваем выпуск продукции. Продукция, к тому же, стала качественнее, подчеркивает Роман Родионов. Часть затрат на приобретение этого станка и ряда других заводу возместили по индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края. Это порядка 40% от стоимости оборудования. Кстати, меры господдержки помогают создавать и новые рабочие места. К примеру, на этом предприятии в 2023 году штат увеличили на 25 человек и уже на 11 в 2024. Это программа, которая повысила намного компетенции наших как специалистов ЭТР, так и рабочего персонала, плюс покупка нового оборудования. Я вижу так, что по некоторым видам продукции до 30% производительность увеличилась. Толчок, особенно вот эта программа, нам очень хороший дала, показала, где наши ресурсы есть куда развиваться. В 2024 году мы продолжим реализацию всех мероприятий нашей региональной государственной программы. В нее уже включены структурные элементы национального проекта. На финансирование всех мероприятий региональной программы в текущем году предусмотрено 982,3 миллиона рублей, в том числе на реализацию национального проекта 110 миллионов рублей, а индивидуальная программа социально-экономического развития, которая сегодня содержит в себе самые востребованные у бизнеса меры прямой финансовой поддержки, 808 миллионов рублей. Если подводить итоги прошлого года, то благодаря региональной программе технически перевооружить удалось несколько предприятий региона. Завод пищевого машиностроения, Алтайский кабельный завод, Бийскую мебельную фабрику и другие. Поддержку в размере 400 миллионов рублей получили более 200 субъектов малого и среднего бизнеса региона. Юлия Щепина, Алексей Призин. День с толком.
Зарплаты медиков с апреля должны вырасти во всех регионах, в том числе в Алтайском крае. Отдельным категориям дополнительные выплаты должны начать начислять уже с марта. Об увеличении зарплат и введении дополнительных выплат недавно заявил Владимир Путин на форуме будущих технологий. По его словам, с 1 апреля должны будут увеличиться до 50% оклады всех медработников, которые трудятся в регионах. Причем повышение произведут задним числом, так что деньги медики должны получить будут сразу. При этом нужно сохранить и даже повысить дополнительные выплаты, сказал президент. Для медиков, которые трудятся в малых городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, и еще больше тем, кто работает в поселениях, где меньше 50 тысяч человек. В первом случае врачи должны будут плюсом к зарплате ежемесячно получать 29 тысяч рублей, а средние медработники – 13 тысяч. Во втором – плюсом к зарплате по 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Такую надбавку должны ввести с 1 марта. Территория за торговым центром «Европа» в ближайшие годы может превратиться в благоустроенный парк. Тихий, семейный и, как признаются авторы проекта, ламповый. Это произойдет, если проект будущего парка 300-летия Барнаула победит в конкурсе на благоустройство. То есть, если этого сами захотят жители города. Наша съемочная группа встретилась с теми, кто сейчас работает над эскизами парка. Как он будет выглядеть, расскажет Ирина Корчагина. В этих стенах рождается будущее. Инициативная группа создает предварительные эскизы парка 300-летия Барнаула. Здесь не будет шумных аттракционов. В основе концепции – тихий, ламповый, семейный парк. Недавно парк вошел в список на голосование на благоустройство в 2025 году. Мы хотим концепцию, которая вот родилась не одномоментно, скажем, по чьей-то прихоти, а это концепция, которая... Она построена на многих социальных опросах. Это и общественное мнение, и профессиональное мнение. Концепция, она вот именно из этого складывается. Ну и плюс еще мы хотим, чтобы все-таки у парка была идея, чтобы это был не просто прогулочный парк с дорожками, а чтобы у него была какая-то глобальная идея. Над эскизами начали работать еще в январе. Времени осталось не так уж и много, до середины марта. Кстати, над проектом помимо архитектора Андрея Таджанова трудятся и студенты Института культуры. Важно собрать аналоги, посмотреть примеры разработки парков в нашей стране, за рубежом, в принципе, какие архитектурные решения. Одна из главных фишек – это вот то, что именно мы цитируем образы и архитектурные какие-то сооружения, например, вот лестница Казарина, речной вокзал. Ну, то есть это вот объекты, которые уже утеряны на данный момент и, скорее всего, уже не восстановят никогда. Молодые люди занимаются проектом на своем энтузиазме, то есть бесплатно. Поэтому группа активистов, которая изначально переживала за судьбу пустыря за Европой, решила открыть сбор средств, чтобы хоть как-то отблагодарить архитекторов. Средства собираются на символическую оплату труда, потому что времени занимает это очень много. Как можно помочь? То есть где идет сбор средств? На платформе «Планета» сбор идет. У нас в соцсетях указаны там ссылочки. Народное интернет-голосование за благоустройство территории пройдет весной этого года. В свое время победа в этом конкурсе помогла изумрудному и юбилейному. У будущего парка за Европой тоже хорошие шансы на победу. Самый густонаселенный район города ждет парк уже не одно десятилетие. Район этот все гуще населяется, а парков там, как мы знаем, больше не становится. Поэтому это такая закономерная история. Ну вот время так подошло и все совпало. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Депутаты АКЗС хотят помочь сохранить популяцию зайцев в Алтайском крае. За последние 20 лет их численность резко сократилась, преимущественно из-за обилия клещей, химикатов, которыми обрабатывают сельхозкультуры, а также из-за охотников. Собственно, сроки охоты как раз и не устраивают депутатов. Сейчас право на их установление перешло к Министерству природы России, поэтому даты охотничьего сезона изменились. Последние 2 года можно было отстреливать зайцев с середины сентября по конец февраля. До марта 2022 этот промежуток был в 1,5 раза короче. С начала ноября по 31 января. У нас еще в сентябре у нас приплод идет от зайца.
даже еще и октябрь, и уже, безусловно, в феврале начинается гон. Гон. А в конце, значит, марта или апреля то же самое приплод. Депутаты хотят вернуть прежние сроки охоты на зайца, а также запретить стрельбу по этому животному из нарезного оружия. Письмо с такими предложениями вскоре отошлют в Министерство природы России. Алтайские транспортные полицейские предотвратили незаконный вывоз за рубеж более 14 тысяч кубометров леса, таких ценных пород, как сосны и кедра. Контрабанду выявили в ходе проверки товарно-сопроводительных документов на пункте Кулунда. Вывести лесоматериалы пытался 53-летний иностранец, а саму преступную схему придумал 42-летний житель Алтайского края, который уже совершил более 200 правонарушений, успел вывести 1600 кубометров леса и сбыть их заграничным предпринимателям за более чем 21 миллион рублей. Пиломатериалы он приобретал в нашем регионе и предоставлял в лесное управление МВД заведомо ложную информацию. Так, в ходе расследования последней истории выяснили, что груз превышает допустимый объем почти на 550 кубометров. Отметим, только одно подобное правонарушение предполагает административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Напомним, лес является стратегически важным ресурсом. В Алтайском крае издали комикс о земляках, которые принимали участие в СВО. Всего вышло 500 экземпляров, которые разойдутся по школам региона. Как иллюстраторы отрисовывали истории подвигов солдат и где еще можно посмотреть графические новеллы, расскажет Данил Кузнецов. В этих комиксах невыдуманные супергерои и их невероятные поступки. На страницах графических новелл простые сибирские ребята и рассказ об их подвигах в зоне СВО. Создание подобного сборника заняло у иллюстраторов полгода. Само решение инициативная группа приняла после организации всероссийской выставки «Герои спецоперации». Алтайский край – один из первых регионов, кто представил эту выставку в России. И это был первый наш шаг и знакомство с этим проектом. Спустя год мы пошли дальше. Теперь мы стали отрисовывать для этого проекта самих героев. И немножко в другой технике, нежели были представлены ранее портреты. И у нас получились яркие, интересные сюжеты. На страницах книги представлены графические новеллы 8 героев. Большая часть из них связана с Алтайским краем. Истории боевых подвигов рассказываются в одной или нескольких страницах, поэтому многие детали пришлось убрать. Сложности были и с дизайном. Во-первых, чтобы хорошо нарисовать военное оружие и технику, нужно знать их нюансы. Во-вторых, не просто сделать единый стиль, когда в команде работает несколько человек. Однако портреты получились один в один. Убедились в этом иллюстраторы на примере Михаила Петелина. То есть ты вот его рисовал сегодня, а на следующий день он приходит, и ты просто заходишь, ты даже не знаешь кто, а ты его узнал. Ну то есть это настолько эмоции такие невероятные. Плюс ты смотришь обычный парень, а он ну такие подвиги делает, что ну, как невероятный человек. Сейчас портреты и сами истории можно посмотреть на выставке в двух МФЦ Барнаула – на Ленина и на Павловском тракте. Они там будут до конца марта, затем переедут по другим многофункциональным центрам. На экспозиции, помимо новых, есть и 16 работ, которые презентовали еще в 2023-м. В прошлом году, когда мы впервые эту выставку у себя разместили, мы поняли, насколько она востребована, и начинали мы также с города Барнаула. После этого она посетила очень многие районы Алтайского края, и всего вот за время ее размещения на нее пришли более 75 тысяч человек. Ознакомиться со всеми героями СВО и их подвигами помогут сотрудники МФЦ. Также каждую пятницу здесь будут проходить экскурсии. Кстати, посмотреть новеллы можно и в VR-формате. Для этого есть специальные очки. Однако такой вариант подойдет скорее взрослым. Детям, к примеру, проще изучить книжный вариант. Это грустно. То, что он спас своих друзей, умер сам. И вообще вот эти вот комиксы, они очень грустные. В первой партии 500 экземпляров комикса. Вскоре эти книжки с графическими новеллами разойдутся по школам края. И, возможно, их будут изучать на внеурочных занятиях. Сами авторы уже задумываются о дополненном переиздании сборника историй. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.
Без профессионального образования успехов после завершения спортивной карьеры достичь сложно. К примеру, известные алтайские футболисты Алексей Смертин и Александр Соболев в свое время окончили педагогический университет. Из его же стен вышли сотни спортсменов. А сегодня в ВУЗе провели экскурсию для юных футболистов школы Алексея Смертина. Ребятам, которым совсем скоро предстоит определиться с выбором профессии, рассказали об истории факультета физической культуры и спорта, а после они сыграли товарищеский матч с сотрудниками вуза. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Здесь с Сочинской Олимпиады майки, ну, кубки здесь со всероссийских соревнований, если будет читать. Мячи подписаны Алексеем Смертиным есть. Сейчас в Институте физической культуры и спорта учатся порядка 1000 студентов. Среди них мастера спорта и известные люди в спортивном мире. Славится вуз и выпускниками. Они преуспевают в своих дисциплинах на высоком уровне или развивают спорт в своем крае. Без образования каждый из них вряд ли бы достиг таких вершин, уверены представители вуза. Данное мероприятие, оно и очень интересно тем, что в рамках экскурсии, в рамках ознакомления с достижениями алтайского спорта, студенческого, наверное, даже больше спорта, ребята должны понять, что у них все впереди, что, будучи студентами, они смогут достичь вершин, вершин спорта, вершин учебы, вершин каких-то других видов деятельности. Команда «Алтай-2007», кроме спортивных достижений, выпускников вуза познакомилась и с учебным процессом. Ведь через год ребятам уже предстоит выбор, куда поступать. И многие планируют связать свою студенческую жизнь со спортивным факультетом педагогического вуза. Очень много наград у института, много знаменитостей, спортсменов, которые вышли из этого института. Там Александр Ерохин, тот же знаменитый футболист. Вот это очень понравилось. Лично мне все понравилось, думаю, ребятам, моим сокомандникам тоже. Очень хороший вуз. Надеемся, что вернемся сюда в более старшем возрасте. Когда будешь поступать, да? Конечно. Многие с поступлением уже определились, а у кого-то еще будет время подумать. А пока смертинцы продолжают свою подготовку к юношеской футбольной лиге, которая стартует в мае. Для Алтая 2007 это последний сезон в ЮФЛ. И есть отличная возможность уйти во взрослую жизнь красиво. Уйти с золотом. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. И на этом у меня все новости. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.